Раби Интернациональ представляет. Футбольные истории. Совместно с Антенна 3 телевизион. Композитор Терри Вильсон. И режиссер Клаудио Бьорн Бойт. Для дополнительной информации посетите наш сайт в интернете. Любимые початки батарей. Батареи закончились. Клиппи. Клиппи здесь, сэр, я иду. Иду. Ух, звали Дон Микеле. Скажи, что ты видишь? Пустую тарелку. Вижу. Точно. Положи сюда кабельные спагетти и принеси мне, понял? Да, сэр, сию секунду. Успокойся, Мегагерц, Клиппи самый быстрый и полезный из наших курьеров. Как насчет бонбона, крошка? Батарейки, карамельки, как я их люблю. Что за дела, Мегагерц? Это что, дискотека? Выключи и за работу! Лучше иди, у него сбой в системе. Как всегда, он просто куча спутанных проводов. Понимаешь, о чем я? Где Мик? Децибела, позвони ему. Если он сейчас не придет, он уволен. Иди, Мик, быстрей. Привет, как дела? А-а-а. Не опоздал? А? А? Ты чуть не опоздал. Новости спорта через 20 минут, а тебя еще нет. Ну вот же. Вот. Читайте. Ладно, смотри у меня. Неплохо. Идет. Ну я пошел. Ты только пришел, постой. Я пишу другую историю, я еду на Крит. Всем пока. Пока. Пока, Мик. Когда-нибудь я стану выдающимся репортером, как он. Кабельные спагетти. Да не на голову же! Вкусно. Попробуй, Клиппи. Мы уже рядом, Мик. Берег Крита. Я говорил, на лодке будет быстрей. Я же критянин, а не кретин. Да, но я предпочел бы что-нибудь с мотором, а не осьминога. Ускоряемся. Остановись! Крит. Второй век до нашей эры. Здесь родился миф о Минотавре. Надо взять быка за рога и найти выход. Чудно, да? Чудовище с человеческим телом и головой быка в лабиринте, из которого не может выбраться. Как тяжело быть быком. Надоела эта маска. Найду другой выход. Мифы мифами, но быка на Крите всегда почитали. Одной из самых популярных забав был быкатлон. Добрый день, дамы и господа! Храбрые молодые люди вышли на арену, чтобы, схватив быка за рога, прокатиться на его спине.
А ну-ка, подставляй башку! Оп! Ау! А теперь Монолетто Великолепный попробует укротить быка. Давайте же посмотрим! Зачем я решился на это? Монолетто, протрись! Осторожно, сынок! Бык идет на меня. Монолетто! Монолетто! Великолепный Монолетто! Ух, здорово! Фантастическое выступление молодого кретянина храброго Монолетто. Спасибо, спасибо. Да что вы? Монолетто не знал, что спустя века другие последуют его примеру. Центром Крита был красивый город с роскошными дворцами и тихими окраинами. Эй! Убирайся, вшивый котяра, пока не сделала из тебя коврик! Жители его жили в мире и гармонии, занятые своими обычными делами. О, вот минотаврики Гури. Гури любит мяч. Да остановись же! Гури, прекрати! Не шали, малыш. Как вы понимаете, иногда обычная ситуация могла чуточку выйти из-под контроля. Гури любит кота? Да-да, мы и так на полной скорости, господин Кретинос. Хорошо, хоть пробок сегодня нет. Хорошо. 200 талантов! Скажи своим, чтобы шевелились! Где-то я его видел. А, это предок Мака. Да, Мик, позволь тебе представить. Мак Декрет. Прекрасный регулировщик и классный судья. Хотя судил в свободное время. Прекрасно. Эй, стоп! Стой! Тормози! Лови! Лови! Почему всегда со мной? Потому что всегда стоишь не там. Кажется, у вас дешевле. Я беру. Но это не ваше такси. Теперь уже мое. Эй, это мое такси. А кто будет платить? Люди чокнутые. Кретян особенно увлекали игры. Аристократия и особенно цари, например, любили играть в шахматы. Твой ход, Феста. А, мат. Мина, чертов кот, как смеешь ты мешать царской игре? Кот, уходи! Брыс, я тебя накажу! Не часто конь бьет королеву. Но самой увлекательной игрой для кретян был футбол. Игроки очень хорошо владели мячом. Их техника была столь совершенна, что нарушения правил случались редко. В правилах игры они даже не упоминались. Самой известной звездой был молодой игрок по имени Таурус, считавшийся футбольным волшебником. Да он великолепен! Но вскоре ситуация резко изменилась. Шпиндель проверит вашу защиту. Спасибо, это... Может быть, отложим на другой день, а? У меня кое-что есть, это тебя спасет.
Тебе нужно лишь пройти Бизонти и обыграть Титинабулуса. Ну ладно. Команда Nefarious Athletic разработала стиль защиты, который был весьма разрушительным. Ну и защита. Понял. Этот стручок не продержался и минуты, а я только разогрелся. Вот, лучше открыть сейчас. О, подарок, спасибо. Видишь, на твоем месте я всегда бы брал это на тренировке. Вперед, триада! Критяне демонстрировали свою преданность футболу, заполняя стадион на каждом матче. О! Какой ужас! Мы что, знакомы? Какая здесь атмосфера? Отсутствие правил по поводу нарушений стало проблемой. Наступлю-ка я ножкой. Стоп, Бизонтий! Ну, извините. Сколько же можно? Он не футболист, а костолом. Прости, Таурас, но в правилах не сказано, что это нарушение. Мой мяч! Шоу! Зрителям вскоре надоело смотреть на сплошные нарушения вместо умелой игры и голов. Зритель голосует ногами. Ничего не поделаешь. Футбол должен быть честным спортом. Nefarious не умеет играть в футбол. Да, ты прав. Не успеешь сделать двух шагов, как тебя уже топчут. Это безобразие. Точно. Понимаю, парни, сочувствую. Надо решить эту проблему. И Макдекрет придумал. Новые правила поощряют честную игру. Экстренный выпуск. Новые правила от судьи Макдекрета насчет нарушений штрафных ударов вступят в силу в субботу. Стадион был полон. Люди пришли смотреть первую игру по новым правилам. Позор! 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 Мы распакуем! Мы разделаем! Зажигать фаеры на трибунах запрещено! А мы ничего и не делаем. Ой, что вы делаете? Перестаньте! Эй, борода, не дыми! Гури, смотри! Нет, Гури хочет знать! Эй, Манолетто, не знал, что любишь футбол? Люблю, но из-за него не видно. Зрители также были готовы попробовать новые способы развлечения, когда игра замедлялась. Это была волна. Штрафные и свободные удары назначаются при любом нарушении в игре, ясно? Да, ясно. Ладно, ты, ну я. Не ясно. Это свисток к началу игры, кретонит. Засохни. Ой, холодно. Позор, позор, позор. Нарушение в пользу триады. Карпулентий, отсюда ты можешь пробить прямо по воротам. То есть можно забить отсюда? Если мяч коснется другого. Рука поднята, пока мяч не вернется или не коснется другого. К сожалению, так записано в правилах. Я думал, вы хотели уйти. Осторожно! Еще один тупой землянин-футболист! Гол не засчитан, он ударил прямо по воротам. Засчитан, прежде мяч задел тебя. Не дайте им приблизиться к воротам, косите их. Классный гол, это научит их честной игре. По-новому можно было забивать голы со свободных ударов. Не сейчас. В чем дело, судорога? Позор! Позор! Нога! Нарушение штрафной. Штрафной? Но это несправедливо. Что за штрафной такой, а? Это означает, что игрок, бьющий штрафной, может забить гол без касания мячом другого игрока. Так, по правилам. А, я не могу пробить сквозь эту тушу. Ты не смог пробить и бумагу. Все игроки команды соперника должны быть за 9 метров от мяча.
Стенка, которую они могут поставить, должна быть на этом расстоянии. Поставьте стенку! Кретины сходят, чтобы мы поставили стенку. Вы хоть поняли, как? Я знаю. Ну и стенка. Ой. Идиоты, я сказал стенка, а не колонна по одному. Мы всегда так строимся в школе. Что вы так смотрите? Бей его! Я тоже, он мой. Ой! Мне обязательно, сейчас я отдам. Извини, не заметил тебя. Пенальти! Пенальти нет, хоть это штрафная площадь. Его вины нет, свободный удар. Пойдет. Бизонтий, нельзя бить в площади ворот, даже если нарушение было там. Нужно бить с этой линии, если свободный назначен во вратарской площадке соперника. Не беда, мяч так близко, что их стенка будет за линией ворот. Нет, не так. Если линия ворот ближе 9 метров, они могут поставить стенку прямо на линию. Ну, тем хуже для них. А? Ох-хо-хо! Кажется, мимо. Мы сделали! Говорил вам, хулиганы, вести себя тихо, соблюдайте правила. Что, хочешь еще полетать, Уилл? Спасибо, нет. Пуск. Не хотите сами полетать? Ладно, Уилл, хватит с нас петард. Они неплохие, просто непонятливые. Какой я болван. Эй! Держи! А вот так? Извините. Гол! Гол! Вы идиоты! Нет гола, мы не успели поставить стенку. Если мяч там, где нарушены правила, игрок может бить свободный, когда захочет. Окей, офсайд! Эй, попкорн! Если будут штрафные, не дайте им попасть. Справитесь? Прости. Всех не переломаешь. Игрок, вышедший из стенки до удара, получает предупреждение. Если уходят все, предупреждение получит первый из вышедших. Я сказал, что нельзя покидать стенку до удара. Ты достал! Кретины, вы играете как куча старушек! Зачем клеит ноги к полю? Заткнись! Энергетический сок Black Bull. Будете как бык. Пора передохнуть. Пожалуйста, три. С вас два таланта. Да, парень, который за мной платит. За мной. Хе-хе. Догоняй. Отвлеките его, чего стоите? Отвлечь его? О, есть идея. Классный прикид. Может, это гостевая форма? Кто отвлекает бьющего штрафной, получает предупреждение. Что? Э-э-э.
Наш дурак забил свои ворота. Не засчитано, потому что игрок не может забить свои ворота со штрафного. Игра возобновится, когда команда соперников получит право на угловой удар. Так по правилам ничего не поделаешь. Я устал от этих правил. Футбол — мужская игра, давайте играть по-старому. Подвинься. Не засчитывается, штрафной в пользу триады. Как же можно забить, если соперника даже нельзя касаться? Это абсурд! Да. Нарушение против защищающейся команды в площади ворот карается штрафным. Он пробивается с любой точки на площадке. Таковы правила, Бизонтий. Почитай сам, если умеешь. Ладно, посмотрим, попадет ли он по мячу. Команда соперников должна выйти из площадки. Конечно, по вашим правилам. Он дважды коснулся мяча, прежде чем его коснулся другой. Штрафной? Послушай, когда штрафной бьют из своей площадки, пробивающий может ударить по мячу более одного раза. Так, по правилам. Лови, Таурус. А? Ага. О, извините. Оу! Так по правилам. Это твоя вина, из-за тебя мы проиграли. Вы, лузеры, выиграли как стадо коров. О нет, я не... Похоже, игра закончена. Как интересно, твой ход. Итак, команда Триада преподала урок честной игры. Часто нарушив правила, больше пропустишь голов. Да. Какой контроль мяча? Этот парень гений. Он чемпион мира в своем деле. Ух! Так что вы говорили о штрафных ударах? Есть, собственно, штрафной удар и свободный удар. А. Возьмем сначала штрафной удар. Игрок может забить гол, даже если мяч никого не коснулся. То есть штрафной чем-то похож на пенальти? Ну, более или менее. В случае свободного удара, по крайней мере, два игрока должны коснуться мяча, иначе гол не засчитывают. Команда соперников может ставить стенку, чтобы помешать, да? Да, но стенка должна находиться в 9 метрах от мяча. Понял, Мак. Ну, я, пожалуй, пойду. Увидимся, хорошо? Не спеши, мы еще не закончили. Разве? Например... Если при свободном ударе мяч коснется стенки и попадет в ворота, этот гол засчитывается, понял? А, очень интересно. Ладно, на сегодня достаточно. И хватит висеть на лампочке, Тарзан. До этого момента судье приходилось самому справляться с трудностями. Но что будет, если он не заметит что-то важное? Кто ему поможет, если есть сомнения? Древние греки изобрели демократию и Олимпийские игры. Нашли решение, учредив должность помощника судьи. Дождитесь следующей серии футбольных историй. Посетите с Миком и Маком Древнюю Грецию. Это будет незабываемо. Дорогие зрители, давайте вместе с Миком исполним нашу песню. Пожалуйста. Нет проблем, если вы такие же крутые, как я. Фильм озвучен компанией «Лайко».